Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Для начала хочу попросить прощения, девчонки, у тех, кто вяжет свитер от H&M. Там у меня большая ошибка, ну она небольшая в принципе, но она есть, и спасибо вам, что вы заметили, что вы написали, что я это увидела и я это исправляю. Пожалуйста, девчоночки, простите меня, я ничего, это не была диверсия, это просто... Мой мозг в тот момент, когда я просто немножечко объясню, я забыла добавить вот в это число вот эти вот петли, потому что я связала первый рукав на свой размер, а когда я вязала второй рукав и уже чертила вот это все дело, в мозгу в своем я рассчитывала вот эти другие размеры, вот сам верх рукава, и меня как бы беспокоило то, как совместить, вот чтобы эта регланная линия совпадала с той линией, которая у нас на переде и на спинке, поэтому ну вышибло, ну простите меня, пожалуйста, это мой косяк, я его признаю. То есть я потеряла вот эти вот 8 петель в этих расчетах. То есть все расчеты, которые вот здесь вот у меня, они все таки остаются, все абсолютно. Единственное, что отличается, вот я пересчитала числа, девчонки, SML. Вот здесь вот все просчитала, здесь после вот этих вот мелких добавлений, один раз в каждом втором, здесь у нас добавление в каждом четвертом ряду, здесь в каждом втором. Кто вяжет, вы уже пересмотрели это видео, вы понимаете, о чем я говорю, поэтому я не буду долго лить воду, я просто обращу ваше внимание именно на те числа, где ошибка, вот они. Для всех размеров, вот здесь вот другое число и здесь вот другое число, и соответственно момент, вот эта линия закрытия, я ее пересчитала по новой, вот они, раз, два, 3, 4, 5, и в конце вот оно. И дело в том, что вы знаете, девчонки, у меня были эти лишние петли, я их вот здесь вот все закрыла, я просто думала, что я считала, я где-то ошиблась и что-то у меня не так, потому что по расчетам я же вижу, что у меня должно все сходиться, понимаете, а эти 8 петель просто у меня выскочили из головы. Так что я еще раз прошу прощения, я надеюсь, я никому не навредила очень сильно. Поэтому исправляю свою ошибку, выкладываю это видео, девчоночки. И еще раз прошу прощения. Вот, вот они мои сокращения. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. И шестой сектор, который уже последние петли, которые останутся. Там уже может быть плюс-минус 1-2 петли. Это не так кардинально и не так важно. Вот, поэтому вот такие вот расчеты. Я надеюсь, вы меня простили, девчонки. Выкладываю, сейчас быстренько обработаю это видео и выложу, потому что там девчоночки вяжут и не могу задерживать. Все, я с вами прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока. А завтра новое видео на канале. Все, всем пока.